Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Диверси Шарес. У меня плохие новости, друзья. Проект не платит. Я удаляю этот проект из закладок и ставлю жирную точку в этом проекте. Заказала я вывод. $10 минимальная сумма на вывод. Вывод. И 23 октября это было, 23-10-20 год. Payeer. Вот $10. Ну, вот они комиссию берут, но не суть. И до сих пор в обработке. Я думаю, достаточно я выждала. Вот. Так что не советую, не тратьте время на этот проект. Не платит. На этом, в принципе, и все. Что-то здесь еще добавить. Больше и нечего. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.